Привет, ребята! Меня зовут Кривошейная Елена, где нужны ники обычно келени. И вот эти вот трубы – это то, что я нахожусь в Нижнем Тагиле. Нижнем Тагиле. И это демидовские заводы. Вообще, город-то, в общем-то, появился по причине создания завода, а потом уже вокруг образовалось жилое поселение. И до сих пор, представляете, эти заводы стоят. До сих пор они существуют. Ой, существуют. Ну, существуют-то не существуют. Но как музей уже, пожалуйста. Я что-то заговариваюсь, ребята, извините. Они существуют, но как музей. Сейчас вам что-то покажу. Смотрите, какая леса. И надпись «Гора Лисья». И мы действительно находимся на горе Лисья. Я поднимаюсь вверх. Сейчас, наверное, буду задыхаться. Но постараюсь все-таки говорить. Гора Лисья – это бывший вулкан, который уже не действует. Наверху вот нам сейчас не видно, но там находится маленькая беседочка. И вроде как она была раньше обсерваторией. Это беседка. А поднимаемся мы на гору даже не столь ради беседки. Смотрите, какая бархатная травка прямо. Как будто бархатушка. А поднимаемся мы на гору, чтобы посмотреть на город с высоты. Здесь пока еще не очень так все это видно. Но с высоты действительно видно практически весь Нижний Тагил. И еще видно, какой же он промышленный. Вот там, кстати, уже почти конец города. Мы оттуда приехали, там частный сектор идет. Ох, ребятки-то счастливые, красивые, счастливые. Кузбасс и дыра в этом. О, девчонки фоткаются. Ой, какие девчонки тут, красотки. Это мы группочкой едем с туристками сюда. Ой, всем нас фоткаться. Фоткуши маленькие. Позировщики. Давайте мы их тоже сфоткаем. Куда побежали-то? Знаете, когда была первый раз здесь, я не с этой стороны поднималась, с другой. И не по лестникам, а напрямую, скажем так, по тропинке. Вид не такой был. Пойдемте выше, там еще будет интересней. Ой, еще высоко подниматься. Добраться-то? Это невысоко. Невысоко? Молодежь сидит, отдыхает. Хорошо. Лето, ребята. Так интересно. Видите, одуванчики. Внизу они уже беленькие и разлетелись одуванчиками. А это самое... Красота. Круговая перспектива. Вон они, заводы. Девчонки, помахайте мне все! Татьяна, убежали вы. Сильнее, махайте, махайте, махайте. Молодцы. Супер. Полезем еще выше. Посмотрим. Ну вот она, красотища уже, да? Ай, красота какая. Посмотрите, сколько заводов.
И Демидовский, наверное, был самый крутой в свое время. А сейчас там, посмотрите, там еще больше. Еще больше, еще круче. Туристы бродят. Смотрите, сколько туристов. Ладно, заберусь вверх. Потом сниму еще панораму. Выложу отдельное видео. Нижний Тагил. Мы здесь в путешествии. Поедем еще дальше. Вообще цель Алтай. Так что это, можно сказать, первая гора на пути нашего следования. Ух, и ах, очень высоко.